Всем привет! Это мы приехали в исторический музей. Здесь были поселения полинезийцев, коренного населения Гавайев. Сейчас мы посмотрим, как они жили. То есть здесь были исторические деревни, их восстановили. И сейчас мы посмотрим, как это все выглядело несколько столетий назад. Ехать сюда 1,5 часа по пробкам. Интересно, кстати, что здесь шел дождь, а буквально в часе отсюда дождя не было и не будет. То есть вот такой вот климат. Обрабатывали дерево. Интересно, как интересно. Это вот лодки были, на которых они передвигались. Yes. Don't go. It's not allowed. Let's go to that wall. Victoria, let's go. Yes. It's not like a museum. No, it's like how they lived before. Many centuries ago. Yeah. Муж сказал, где музей-то? Я говорю, вот музей, чем тебе не нравится? Вот не нравится ему. Ребенку надела новые босоножки белые. Конечно, она сейчас их испортит. Вот так. Ну, кстати, здесь и сейчас кто-то живет. Вон, видите, домики современные. Относительно современные. Здесь... Yes, yes, come. Give me your hand. You want to give me your hand? Give me. Let's go. Let's go here. It's very interesting here. What is here? Let's see. It's some wall. А стена, мне кажется, из лавы сделана, да? Пыталась найти какой-нибудь путеводитель по этой деревне. Есть видео очень хорошее на их сайте. Я прикреплю ссылку. Можете на него посмотреть. На это видео там рассказывается, как и что здесь происходило с различными обрядами.
Природа такая интересная. Почти как вот на рисовне пальмы можно бы было подумать, что это Россия, вот севера России. Смотрите, такие статуи интересные из дерева. Детишки, родители фотографируют. Муж, наверное, идет и думает, и чё я сюда полтора часа ехал? На эти палки посмотреть. Понимаете, если этой женщине что-то надо, пока она это не получит, я ему 3 дня мозг выносила, что мне прям надо жизненно необходимо сюда приехать. Что, всё, музей закончился? Daddy's coming, yeah. Daddy's coming. А вот эта вот застывшая лава, кстати, на этом острове 3 вулкана, 2 действующих. У одного из них извержение было последний раз в 1983 году, у другого началось, что-то там такое побежало, видели, нет? Там что-то такое бегает. А что это там такое бегает? Это кто такой? Видели, народ? Нет? Что там такое зеленое? Кто это? Хорек, что ли? Мангуст. Это мангуст, наверное, да? Кто знает, что за животное вон за пальмой? Во-во-во. Бежит, 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 бежит. Кто это? Мангуст, наверное, спрятался. И у второго вулкана извержение началось в 2020 году. Я так поняла, оно до сих пор длится. А третий вулкан застывший. Последний раз извержение было, не помню когда, 400 лет назад. Let's go. There is some animal over there. I think it's like mongoose. Do you know who is mongoose? Наверное, по-английски как-то по-другому. You want juice? Let's go drink juice. Вот так вот красиво здесь. Так, надо переключить. Согласитесь, да, вот похоже вообще на Кольский полуостров. Если кто там был, пальмы убрать. You know, if to remove palms, it looks like Кольский peninsula, where is Мурманск, you know? If to remove palm, exactly the same looks like. Yes, but to don't have palms. Where is Emilia? Yes. Do you like this museum? What else they have here? Probably they have something else? That's it? Let's read what something. Ah, please do not stand or climb on walls. Okay. В общем, такой вот музей. But people go over there. Probably there is something over there. No, they go for some reason. We must find something. We drive how many? 1.5 hours. No, why crazy idea? We at least saw something. Yes. No.
it's like Oshita. But not from 100 years ago. And what? Sister. Okay. You don't understand nothing. Yes. Yes, big culture. Yes. Okay, let's go. I will take you. Wait for a second. Yes. Это был у нас бассейн. You don't like it? But probably they have something interesting over there. No? That's it? What, you tired? Yeah? She wanted to go back to the car over there. Yeah? As soon as you saw this guy. Why? What is this on the tree? You don't know what is this one? Let me check. Там что-то такое на дереве растет. Let me check. What is this one? Let me check and we will go. Let me check. Что это такое растет? Кто знает? Бук что ли какой-то? Okay, we go to the car, drink your juice. Yes, you want the juice? Yes. Let's go. What time is it? No, I'm thinking where we can meet sunset. At our hotel or we will not do it? We will make it? But we need to go to Target. Okay. No, sunset here is the best in the world, you know? Вот такие вот поселения. То есть они жили, получается, без стен, только вот под крышей, защищающей от дождя. Лодочка. Ну, вот такая небольшая историческая экскурсия. Есть, что есть. Больше ничего не нашла. В остальные места ехать далеко, либо надо лететь в Хонолулу. Вот он тут обрабатывает. Дядька. Ого. Реально похоже на Доминикану или там на другие, там на Мальдивы. Да? Тоже такое же дерево. В общем, короче, ехали сюда полтора часа. Лучше по бассейну посидели. Или в лагуне поплавали. Вот смотрите, вот что это такое? Что за фрукт? Кто знает, съедобный, несъедобный? Скажи, попробуй, узнаешь. А вон там он еще одна будка. Let's go here and go to the car. Yeah, let's go to the car. Our car is here. Just a second, there is last one. Ah? No, it's not parking, it's somebody's house. По-моему, муж меня уже ненавидит. Тоже будка. Но здесь будка, получается, необработанная, где жили, то есть не восстановленная. А, вон еще какое-то. Let's go see, what is this one? Who is living over there? Who is living over there? Victoria. I also don't know. В общем, такая небольшая экскурсия. Сняла по дороге домики, реально, как будто бы едешь по России, вот дачные поселки, очень похоже. Если бы не океаны, не пальмы, можно было подумать, что едешь в России между деревнями. Тут еще какой-то домик.
что-то такое внутри было. А что это интересно такое? Тюрьма, что ли, какая-то? А вот так отсюда выглядит эта деревня. На этом нашу экскурсию заканчиваю. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока!